Всем привет, с вами я, Колян, и сегодня у нас видео, которое добавляет костер. Ну, точнее, два костра. Одно из костров, ну, точнее, у них крафт абсолютно одинаковый, только разница в одном. Если поместим уголек, то у нас будет вот такой вот костер. А если мы поместим зажигалку, то у нас будет вечный горящий костер. Вот, давайте поставим их. Вот, один у нас вечно горит. А другое у нас просто. Нам надо взять еще одну зажигалку, это я не подумал, так вот, огниво. Вот у нас первый костер. Его мы можем поджечь зажигалкой. Когда он горит, мы можем на нем жарить две еды сразу. Сейчас давайте отключим гейм-мод. Гейм-моды 0. Вот проверим, на этом ничего нельзя делать. И на нем можно хотя бы закалиться. Так, сейчас потушимся. Так, надо потушить. А, ну все, потушились. Так, а на этом мы можем пожарить все вещи. И он, кстати, горит не бесконечно, гляньте. И курятину еще. Вот, все жарится. Это... Ты чё? Слези. Ты чё на своих... Я тоже живу в этой деревне, ты понимаешь? Так странно. Почему-то у меня ненормальный ник. Ну ладно, все равно вы увидели суть этого мода. Он добавляет два походных этих костра. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все, всем пока.